тропиночки до речки шли вдвоем вы вечерком, и туман навеял мысли, что встречаетесь тайком. Говорили все в округе, не ходи ты с ним гулять. Ты не слушала, бежала на свидание с ним опять. А поздним вечером на лавочке, а ты рассказывал ей сказочки, как ты любишь и ромашки ей дарил. А ты верила, гадала, его нежно обнимала, простотой своей ее ты покорил. Месяц и уже почти что год. Ни ответа, ни привета, а его девчонка ждет. Оказалось, что другую целовал он, не тая. Ее пешком до речки провожал он, как тебя. А поздним вечером на лавочке, а ты рассказывал ей сказочки, как ты любишь и ромашки ей дарил. А ты верила, гадала, его нежно обнимала, простотой своей ее ты покорил. А поздним вечером на лавочке, а ты рассказывал ей сказочки.